Во всех российских регионах появятся уполномоченные по защите прав предпринимателей. Это будут посредники между бизнес-сообществом и губернатором, объяснил вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Азат Газизов. Пока региональные уполномоченные работали на общественных началах. По оценке Газизова, они есть не менее чем в 20 регионах страны, а в ближайшие полгода уполномоченные появятся уже в каждом регионе. Уже есть документ, регламентирующий их деятельность. Защитнику коммерсантов можно будет направлять свои жалобы, а он уже даст им ход. Например, обратиться в суд с иском о защите прав. Кроме того, федеральные уполномоченные имеют право направлять президенту России, в правительство и другие инстанции законодательные инициативы, связанные с защитой предпринимателей.